Сегодня День пограничников в Казахстане. Учрежден в 1992 году по указу президента страны, официально празднуется с 2012 года. августа 2005 года в Алматы состоялась презентация «Казшаха» – варианта шахмат для 4 человек. «Казшах» – новая разновидность шахмат, изобретенная казахстанским дизайнером Азатом Байсеркеевым. В 1993 году в Швейцарии мастер казахского кино Ермек Шинарбаев завоевал гран-при «Золотой гепард» за фильм «Место на серой треуголке». В 1868 году французский астроном Пьер-Жюль Сезар Жансен на месяц раньше англичанина Джозефа Нормана Локьера обнаружил в солнечном спектре новый элемент – гелий. На Земле гелий обнаружен в 1895 году. В 1900 году, 18 августа, русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».